В Приднестровье 500 новых случаев коронавируса. Если до сих пор положительным у нас оказывался каждый третий отправленный в лабораторию тест, то за минувшие сутки ковид подтвердился в половине случаев. Это настораживает. Коронавирусные госпитали сейчас заполнены более чем на 80%. Чтобы снизить нагрузку на республиканский лечгородок, в Григориопольской райбольнице развернули дополнительный ковид-госпиталь на 100 коек. Сегодня вечером туда уже поступили первые пациенты. При необходимости стационары вновь откроют в санаториях, профилакториях, оздоровительных лагерях. Чтобы предотвратить случаи массового заражения, в республике отменили новогодние и рождественские корпоративы. Дед Мороз со Снегурочкой в этом году тоже не будут ходить по домам. Работу аниматоров запретил оперштаб.